Как научиться делать выводы? Как научиться делать выводы из фактов, а не из собственных лихих предположений? И не из мудрых комментариев ВКонтакте, где изощряется очередной кухонный гений? Как рассуждать только о том, что твердо знаешь, не осуждать того, кто думает иначе, да и того, кто выглядит необычайно, другую музыку не осуждать тем паче? Но мы не можем удержаться от соблазна, чтобы с эстетикой своей не навязаться. Только на редкость наша жизнь многообразна. Не причесать одной гребенкой льва и зайца. Люди пытались это делать не однажды. Чем все закончилось, мы все прекрасно знаем. Но все равно мы не избавились от жажды своих сограждан всех собрать в одном сарае, где объяснять им мудро, как они неправы, как заблуждаются во взглядах на искусство, и что найдете вы на них, на всех управу, если не смогут подчиняться вашим вкусам. Надеюсь, больше тот кошмар не повторится, что те уроки мы усвоили, надеюсь. Но возникает здесь вопрос, как отличить нам искусство от кривляния штампов и подделок. Не просто это сделать не специалисту, а это важно, эстетично развиваться, чтобы не остаться недоучкой гимназистом и примитиву не устраивать овации, но и не путать ремесло с большим искусством, хотя они и ходят близко, почти рядом. Как разобраться в этом столкновении вкусов? Кому нам верить? Кто же прав в этих дебатах? Критерий в этих целях я нашел отличный. Двойной, так как одним понятнее удосужусь. Ремесленно это должно быть сделано прилично, а во-вторых, это должно затронуть душу. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, о существенном и важном, доктор Волощук СД.